Насколько было, может, сложно уже в пятый раз сражаться в этом году? Какая была конкуренция? И что дальше? Какие планы? С каждым годом легче мне так. Дальше планы? Да. Чемпионат мира. Очередной попасть. Ну, в принципе, дальнейшие планы, но я думаю, какие? 5 – это круглое число. Следующее круглое. Да. И чемпионат мира, то есть вот, 2 чемпионата мира она выиграла, на одну второй была. Ну, 3-5. Боятся ее, наверное, вообще? Ну, в принципе, в России боятся, да. Ну, за рубежом борются. А россиянки там откровенно, то есть идут, убегают просто, то есть не борются. Конкретно задача отстоять, да, не дать ничего делать. Ну, в принципе, те соперницы, даже которые вот она в 2015 году, второй была на России на чемпионате. Ну, там после травмы был, но та соперница все это заслуженным мастером спорта стала, и так она больше не участвует. А в принципе остальные, ну, приходят из других видов спорта, там дзюдо, в прошлом году международница пришла с вольной борьбы, ну, как бы. Не получается, конкуренцию из пока составить.